4 июня в Елабужском институте КФУ побывали иностранные гости. Ректор Наманганского инженерно-строительного института Шукуржон Кинжабоев с коллегами. Их визит стал частью программы сотрудничества между одним из ведущих вузов Узбекистана и Казанским федеральным университетом. В рамках данной программы запланирована возможность обучения магистров из Узбекистана в КФУ, а также создание совместных проектов в инженерной сфере. Директор Елабужского института Елена Мирзон провела для гостей ознакомительную экскурсию. Им была продемонстрирована материально-техническая оснащенность вуза, в том числе лаборатории, в которых есть все необходимое для полноценного обучения технических специалистов. Подводя итоги встречи, Шукуржон Кинжабоев отметил, что поражен огромным потенциалом Елабужского института. Я думаю, это у нас наш визит будет очень полезным для нас, потому что мы будем отправлять, я сейчас думаю, отправлять в магистратуру и бакалавриат обязательно. Так что это начало сотрудничества и будет развиваться. Дмитрий Гомжин, Эльшат Ахмадиев, Денис Сипайлов, Универньюз.